Китюнечка, зайка, нам нужно вставать, малышка. Мы ждем на маникюр, доча. Уже 7:50. У тебя есть часок для сборов, и мы выходим. Даже не час, а 40 минут, потому что нам же еще нужно дойти. Просыпайся, солнце. Вставай, вставай, вставай. Смотрите, какой. С днем рождения, котенок! Чего ты такая недовольная? С днем рождения поздравляю! Счастья, радости желаю! Пусть всегда будешь счастливой и красивой, умной тоже, самой лучшей, превосходной. С днем рождения! С днем рождения! Блин, шариков нету. Вот это каждый год в тебя шариками запыляю. В этом году шариков нету. Просыпайся, солнышко. Сейчас посмотрим, увидит она или нет. Аккуратненько. 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 Посмотри на себя в детстве. Взросление в течение года. Какая малепусенька. Да, такая малепусенька. Здесь себе один месяц. Капец. А тут? Прикольно. Я тебя люблю. Поздравляю, солнышко. На, Кирюша. Держи. Откуда они у тебя такие огромные? Ты во сколько спать легла? Сказала, в 00:10 ляжешь, а во сколько легла? В 00:13. Серьезно? Но заснула где-то час 40, потому что я сидела и не могла уснуть долгое время. Давай, одевай красоту на глаза. Будем красивые глаза делать. Все, навела красоту? Пошли чаечек пить. А крышка? А крышка на кухне. Да, Кира, тебе 12 лет! 12! Кирюха, ты такая же у меня взрослая. Я не могу. О, я просто не могу. 12 лет, 12 лет, 12 лет. Можно тебя за уши потягать на 12 лет? Давай. Давай, давай, давай. Ну как это? Надо же как-то праздновать. Торта у меня нету, значит уши только есть. Приятного аппетита. Это твой сегодня праздничный завтрак такой будет. Очень быстрый, потому что, к сожалению, маникюр у нас сегодня на очень рано. И нам нужно все успеть. Поэтому тебе приятного аппетита. Еще раз тебя с днем рождения. Если я буду говорить это много-много раз. Миленькая, но красивенькая. Я переживала, что у меня Кирочка какая-то расстроенная. Говорит, не выспалась. Какая? Вот забежала же... Белый дом. Ну, к ней же надо дойти. А ты бы? Я говорю, девятиэтажка, ты такая, да. А это что, не девятиэтажка? Это? Да. Это 21-этажка. Какая разница, Белый дом? Знаешь, сколько Белых домов? Смотри. А, ты переживаешь, что мы не успеем дойти? Нет, не переживай. Успеем, нам тут идти. Главное, ключи не потерять. Кирюха, главное не потерять ключи, зато ты потом такая красивая будешь. Боже, с такими ногтями. У меня даже никогда не было нарощенных ногтей, честно вам скажу. Даже у меня никогда не было нарощенных потому ногтей. Потому что ты плохая. Потому что я... Почему я плохая? Потому что ты не любишь длинные ногти. А, ну да, я длинные ногти не люблю. Но да. Мама не любит длинные ногти, но я просто такая как-то. Ну, блин, у меня сейчас ногти, как у мамы ногти. Да, где? У меня еще и меньше. Вот. Меньше? Нет. Одинаково, видишь? А, не, ну так ты по пластине смотришь, а по длине? По длине у тебя длиннее. Если по пластине, то у меня же рука какая. Взрослая уже. Взрослая? У меня больше пальцев. Ой, ладно, все. 12 лет. А нам куда-то сюда. Ох, сколько QR-кодов. И потом... Сюда, сюда и сюда.
довольная такая. Покажи. Обалдеть. А ты же хотела другой. Ну, я хотела другой, потом поняла, что я не хочу никакими смайликами. Я хочу... Теперь, если я сделала ногти, покажи, старше. Покажи. И под курточку очень подходит. Поэтому я решила сделать такой. У него как раз, смотри, какие красивые цвета. Обалдеть. Круто. А теперь сними курточку, иди сюда. Это первый? Хорошо. Иди. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kira. Happy birthday to you. Загадываешь желание? Раз, два, три. Ура! С днем рождения тебя! А теперь идем дальше. Идем дальше. Стоп, закрой глаза. О, сейчас я свет включу. Давай, заходи. Открывай. Да. Это что? Это подарки тебе. Давай. Конечно, открывай. Еще раз тебя с днем рождения! Давай, смотри. Это хоть у меня день рождения, но и день рождения. День рождения скива на кармене. Сейчас будет. Сейчас все будет у тебя. Сейчас. Опа. Ой, блин, чуть не вытащил. Я так боюсь. Давай. Тарусик, не хочешь идти, моя сладкая? Тарусик не хочет, она без трусов. Выгоняй ее с кровати. Хочет. Тарусик, давай. Нельзя, Тара, на место. Вау. Смотри, что там. Такая же маска, которую я делала вчера. Да. Маска. Это пример. Праймер, сейчас вспомню. Это под макияж. Да. Все, я умная. Покажи. Это блеск для губ типа тинта. Видишь, он цвет меняет. Бомбочка тебе для ванны. Это такой сюрприз-бокс от меня. Еще маски. Патчи. Это жвачки? Да. Почему хотят? Тут куча упаковок. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь упаковочек. И в каждой упаковке по 5 жвачек. Это супер жвачки моего детства. Помнишь, мы с тобой как-то в магазин заходили? Да. Сделай себе ногти на голову. Ты потом уже открыто ничего. Опа. Боже, я обожаю жвачки. Давай, пробуй. Понравится тебе или не понравится? Джуси-пуси. Они же не так открываются, да, вот. А теперь что там дальше? Они пластинка! Да! Круто! Блин, это очень круто. Я очень хотела пластиночку. Не-не-не, я не хочу, ладно, давай. Вкусненько. А это что у нас? Это... Помада какая-то. А, она там все запечатана. Да, это блеск для губ. Тоналка. Ого, как все сложно. Это для бровей. Прозрачный и коричневый. Это еще одна маска. Еще масочка. И умывалка тебе. Я хочу... Ну как? Попользоваться, вот это все открыть. Вот это? Сейчас будешь открывать, сейчас будешь делать себе новый макияж и будешь открывать. Так, ну и подарок еще один. Это то, о чем ты мечтала. Это то, что ты хотела.
Стоп! А теперь самое еще интересное. Смотри. Здесь очень круто. Смотри, какой цвет написано? Black. Какой цвет нарисован? Нет. Black. Красный. Black. Смотри, какая внутри гитара. Вернее, укулеле. Ага. Открой ее. Сейчас. Подожди, что ты делаешь? Я пытаюсь открыть вот так вот. У меня ногти, я не могу. Ты на красный или черный? Ого. Как сложно. А почему? Типа... Вау. Вау. Какая она красивая. Клево. Смотри, здесь еще есть набор. Я не знаю, правда, что в этом наборе. Давайте я помогу. Тут и с твоими ногтями у тебя не получится. В этом наборе есть медиаторы. Вот что вот это такое? Медиатор. Это чтобы вместо ногтей. Да. Вот как раз ты будешь ногти свои защищать. Потом есть специальная штучка, чтобы настраивать струны. И здесь еще есть. Как все сложно. А, здесь еще есть инструкция. Первоначальные уроки. Все, нам надо. И куча наклеек. Да. Можно на гитару наклеить. Не-не-не, не хочу. Не? Ну, в умове, как всегда. Капец. Я, наверное, буду смотреть в Ютубе, сейчас попробую что-то сыграть. Я вообще первый раз это держу в руках. Тебе нравится, зайка? Да. Спасибо. С днем рождения, любимая. Пошли суши кушать. И играть на гитаре. Блин, Сначала косметика. Косметика первым делом. Вот таких куча масочек Кирюхе подарила. Смотрите, тут просто. Кира будет теперь каждый день в новой маске. И вот такую вот классную умывалочку корейскую. Я со своими умениями вот. Сейчас проткну себе палец и ноготь все вместе. Гель для бровей. Прозрачный гель для бровей коричневый. Вот такую вот тоналку. Вот такой вот праймер. И бальзамчик для губ. Пробуй. Понравится тебе или не понравится? Офигеть. Смотрите. Угу. Он так выдавливает? Да. Все сложно. Блин, я испугалась, смотрите. Теперь пробуй на губки. Хорошенько надо выдавить. Да, вот. И теперь на губки. Как он пахнет этой... Жвачка бабуга. Угу, посмотри в зеркало. Какой он прикольный. Прям капец, прикольный. Все такое нежное, как раз под твои ногти. Так, что у нас следующее? Это что ты берешь, праймер? Это да. Никогда не пользуюсь. Вот тебе, пожалуйста, начнешь пользоваться еще праймером. Это, как всегда, открывашки Киры. Это открывашки от Киры. Или это именно консилер? Нет, это именно праймер. Вот он это. Такой. А, это именно тоналка. Фундейшн. Ну, я вообще тоналкой не пользуюсь, поэтому я буду пользоваться как... Тональная основа взволоживающая. Ну, маскуя недолики, адаптуется питон шкіри, захищає обличчя від негативного впливу навколишнього середовища. Представляешь, сколько много? Ну, это MAC, это хорошая фирма. Ну, давай я тебе помогу. Господи, ногтевой ты мой человек. Давай я тебе помогу. Я сама.
Где ножка? Я тут Кире тоже помогу сразу же вот так вот открыть. Еще что-то порежу. Боже мой, как оно все потечет. Да там же не надо уже открывать, зайка. Открывай, где именно. Ладно, потом открою. Вот. Пробую на ручку. Что это вообще такое? Выдавливай, выдавливай. Я боюсь, что она сейчас плюхнет. Не плюхнет. Вот, видишь, он такой делает. Не знаю, короче, посмотришь в интернете. Ну, так как. Крем. Я вместо праймера вообще пользовалась всегда обычным кремом. Вот. Потом. Это основа под макияж. Сначала вот этим вот мажешься. Вот этим, да, вот. Потом, а потом уже. Да. Держи, смотри тоналку. Я уже тебе открыла ее. Она, по идее, должна подстраиваться под тон кожи. Сейчас проверим. Оп. А теперь, а мазюка ее на себе, она должна подстроиться под твой тон. Я думаю, что рукой, наверное, надо. А ну. Офигеть. Да, и под тон кожи подстроилась. Смотрите, вообще. Он был темным? Да, стал светлым. Как он хорошо. Я сейчас вот это все смываю, короче, заново ждите меня тут. Подожди, ты же еще не открыла дальше. Что? А вот эти. Ну, я сейчас открою. Я очень рада, что ей все понравилось. С днем рождения тебя поздравляю. С днем рождения, любимка моя. Счастья, радости Кире желаю, потому что она у меня самая лучшая дочка для меня. И ее поздравляют все ее друзья. Короче, с днем рождения! Спасибо. Ты когда покажешься? Сейчас. Подожди, не этим же, вот же новым попробуй. Вот такие новые. А ты новым намазалась, да? Для это... бровей. Это. Кисточкой? Да. Покажись. Ближе. Я не вижу отсюда. Брови слишком темные, да? Мне надо. Мне кажется, красить очень классно их. Получилось. И это бальзамчик такого цвета? Угу. Красивый тоже очень. Красота. Красота. Еще раз тебя поздравляю. Спасибо. Я за уроки. О, да. Все, Кирюшка пошла за уроки. Нет. К тебе гости. Заходите. Заходите, заходите, заходите. Ау, ромашки. Ромашки. Что такое? Что у нас заспанное? Что ты заспанный?